Мы эвакуированы. Здесь жили в основном дети, семьи. Дети возраста лет 16, 17, 18 разные. Кто учился, кто просто проживал пока с родителями временно. У меня у самой маленький ребенок, ребенку 4 года. В одно прекрасное утро прилетела ракета. Мы услышали треск. Очень сильно. Был сильный взрыв, дым, потом крики, ужас. Схватила ребенка, выбежала в коридор, смотрю, вижу пролет. Пролет, ничего нет. Есть просто все черное, и с правой стороны, там, где выход, все горит. Мы жили на третьем этаже. Хотела вынести ребенка через другой выход, запасной. Там облако дыма. Вокруг кричат люди, дети плачут. Очень много раненых. Пострадавших, никто ничего не может понять, кто где находится, как, где, куда бежать, что делать, кого спасать, куда. According to officials, Ukraine fired 4 rockets against this temporary refugee center. 3 have found their target. Now, this is a dining area behind me, and it was destroyed as well. Officials are saying that one of the rockets was intercepted by a missile defense system. And they're saying they were indeed Storm Shadow rockets. And the reason they're saying that is because they found shell fragments. And this one clearly says, it's made in France. So this is a Storm Shadow rocket, but it was produced in France, and according to its NATO classification, it's called Scalp. В полпятого, ну где-то в такое время, я просыпаюсь от свиста и взрыва. Я вскакиваю, начинаю кричать. Забегают родители, хватают одежду, и мы все бежим в ванную мою с одеялом. У меня очень сильно болела голова, мне хотелось рвать, меня тошнило. Я очень сильно испугался, когда услышал эти взрывы. Я очень сильно испугался. Behind me is a temporary refugee center of what remains of it in the Kherson region, not far away from Crimea. Ukrainian nationalists fired 3 Storm Shadow rockets at 5 o'clock in the morning. As a result, 2 people were killed and 17 were wounded. Проснулись от громкого взрыва. С кровати встал, смотрю, окна посыпанные, балконная рама вывалена. Жена быстро побежала к ребенку, я выбежал на балкон, увидел, что прилет в соседнее здание. И, я не знаю, 2 секунды. И просто взрыв, я чувствую, что я лечу. Вот я не добежал 2 секунды, получается. А жена с ребенком 2 секунды перебежали. Вот, и... Было копоть, пыль, ничего не видно. Я ничего не слышу, я ее зову. Вот, но я ее, ну, я себя не слышу, я понимаю, что я ее не услышу. Я не понимаю, где они, чего с ними. Заглядываю в воронку, пытаюсь там увидеть что-то, но ничего не вижу. Потом меня кто-то начал трясти, сказал, что они выбежали на улицу с ребенком. Я выбежал на улицу, увидел их. Я добежал до 2-го этажа. То на 3-й этаж я подняться не смог, все уже было в дыму, жар. Напротив нас номер, балкон выходит на ту сторону. Мы попытались выбраться через 3-й этаж, через балкон. Получилось так, что расстелили мат, не мат, матрас взяли, скинули матрас, держали. Мне удалось спустить ребенка, и за ребенком я вспрыгнула сама.